Доброго времени суток. Ваше внимание, лазерный уровень Control GFX363. Состояние хорошее, но имеется небольшая трещина на стекле. Вставляли другой аккумулятор, то есть аккумулятор стоит, но, к сожалению, от данного аккумулятора лазер не работает. Вставляли другой аккумулятор. От другого аккумулятора лазер полностью работоспособен. То есть лазер работает, но нужна замена аккумулятора. Спасибо за внимание.